Вот, ребята, нашел. А, вот такую вот. Видимо, давно она вот упала еще с этого. Потому что не видно, что где-то в другом-то месте. Видимо, давно упала. Тут даже шкурка-то уже подпадывала. Она немножко гниловата, но что делать? Какая есть? Это будут слабушечки. 4 слабушечки. Еще центрально надо будет слабушечки ставить. Там лопаты у меня сегодня нету. Центрально слабушечки будут повыше немножко. Это 4,30. Какой 4? 2,30 это размер. То есть, ну я не знаю, как я ее тащить буду. Наверное, тяжело. Сейчас напилю. Сейчас буду перетаскиванием заниматься. Это-то ладно вот. Вот эта слабушка вообще здоровая. Ее я не знаю, как кувыркать буду. Ну, тут не столь далеко, как бы. Где-то метров 100, наверное. Ну, надо тащить ведь. Все-таки. Ладно, короче, ребята, я потащил. Последняя слабушка. Из 4 слабов. Собака ушла, походу за лосем, не стало, ее не слышно гавкать. По
Кудавка, кудавка, ты прибежи. Наверное. Скорее всего, проголодался. Идет. Какая тяжелая работа. Из болота тащить бегемот. Последняя столбушечка. Все, она на месте. Сейчас буду это самое отработкой мазать.